Духовная власть Ульяновской области поддерживает власть политическую. Речь идет о мерах, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. У православных уже началась Страстная неделя. У мусульман впереди большой праздник – месяц Рамадан. Однако всех верующих Ульяновской области политические и духовные лидеры просят оставаться дома и исключить походы в храмы. Для меня очень важно, чтобы мы, вот, используя ваши возможности, ваш язык, такое вот духовенство, напомнить людям о послушании. Это одно из самых важных свойств и качеств человечества. С 10 апреля региональное духовное управление мусульман ввели запрет на посещение мечетей. Об этом губернатор рассказал главный муфтиль Ильдар Хаджисафиуллин. В течение месяца Рамадан, который начнется 24 апреля, также будет запрещено массово проводить обряды, в частности, таравих намаз. По запретам оказался и ифтар. Разговение планировалось на 22 мая. Мы будем сейчас готовить ежедневные наборы по благотворительный на ужин. Специально в термических упаковках будем их изготавливать. И в течение месяца Рамадан, может быть, ближе. И вот этим 3000 человек примерно, которые у нас всегда участвовали, мы сейчас будем раздавать ежедневно. Ну и, соответственно, мы уделим внимание участникам войны, одиноким, престарелым. Первые лица региона и духовенства призывают сохранять веру в традиции и соблюдать все религиозные каноны в домашних условиях. Рената Леулова, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ.